Завтра по всей России стартует перепись населения. Продлится она до 14 ноября. Это первая в истории страны цифровая перепись населения. Вместо бумажных анкет разработаны электронные, которые переписчики будут заполнять на планшетах. Кроме того, жители смогут переписаться самостоятельно на портале госуслуг. Принять участие в переписи дагестанцы смогут и на переписных участках, которые откроются по всей республике, в том числе в помещениях многофункциональных центров. Напомню, что всероссийскую перепись населения переносили несколько раз из-за пандемии коронавируса. По итогам 2010 года переписи и пошли вот такие крупные социальные проекты, как материнский капитал, увеличение пособий для рождения, увеличение пособий для детей. Поэтому не надо бояться, надо переписываться, потому что чем мы точнее, правительство, республика и, так сказать, органы власти получат более точную информацию о населении, тем точнее и точечнее будет социальная помощь населению.